В общем, я около Бахетле шел с работы. И тут такое. Яма посреди дороги. Вот Бахетле. Вот вход в подземку. Вот яма. Я позвонил уже в 112, сказал, что здесь асфальт проваливается. Если туда посмотреть внутрь, там глубина, наверное, 15 метров. Прямо на моих глазах улица уходит под землю. Тут выходил парень в наушниках, я ему кричал: стой, чтобы он не провалился. Я думаю, если наступить со стороны ямы, то можно легко уйти под землю. Подожду, пока приедут спасатели. Поспасаю народ, если будут пытаться наступить на это место.